Нет, у нас почему-то говорит не глава, давайте глава расскажем. Здесь сделали мы три улицы, давайте. Насколько я помню, за три последних года. Это совхозную, луговую и молодежную. Три улицы. Ну, у нас 138 населенных пунктов и 17 вот миллионов. Вот это мы... А можно спросить? Да. Извините, Владимир Владимирович, просто мы не знаем, как бороться. Вот к Елене Евгеньевне, ну вот лично у меня, например, вопросов нет. Вот у нас вопрос к Сараеву, к руководству Суздальского района. Мы просили, у нас был сбор. Он, кстати говоря, не пришел осенью. Вот Елена Евгеньевна одна только отчитывалась. И знаете, в чем вопрос главный у нас, например, был? Почему нашей плотиной, которая вот сейчас, извините, Владимир Владимирович, рухнет, мы здесь проехать не можем, это сейчас ужас, растает. И мы просили, а вы сделали луговую, где у нас, мы сами знаем, кто живет. Вы здесь ничего не делаете, мы жители села, и мы, Владимир Владимирович, вы одно информации. Осенью, в конце ноября, когда мы названивали, а, кстати, ваш Юрий Валентинович, простите меня, очень эмоционально, он сейчас сбежал, я его зафотографировала сейчас с известиями, с федеральным телевидением, мы за ним погнались, а он сбежал, я говорю, почему, у нас вот Наталья, жительница, где она? Она названила, она умоляла его, представьте, перед трагедией, и 13-го. Просто умоляла, да, мы здесь... для того, чтобы посыпали. Это невозможно, не сыпали. Я 6-го. Я бы еще говорил, но если жители звонят, то ехать. Я 6-го звонила лично. Мне пообещал, что... Когда люди гибнут, про наличие денежных средств... Вы понимаете, здесь как бы все дома зарегистрированы. Мы платим налоги за... Вот, за это все. Почему у нас не строят дороги? Вы мне объясните, почему мы за свой счет? Ямочный ремонт за свой счет. Вот эту дорогу, которую ремонтировали. Есть дороги, понятно, а есть подъем, спуск. И если человек вот звонит... Нет, я про чистку. Про просыпку. Если человеку позвонили и конкретно сказали, что заехать невозможно, он не мог приехать посыпать песка. Сейчас разберемся, но они обычно по звонкам они все просыпают. Но если... Нет, если говорить по звонкам просыпают. Вот звонок был, и не могли почистить. 6-го звонила, распечатка есть. И 13-го. И 14-го я с утра звонила. 14-го с утра. У Волгина телефон выключен был. А один диспетчерской тоже недоступно. Предпосылки преступления. Здесь сажать звонок. Я даже спрашиваю, если вы не хотите работать, уйдите с работы, поставьте других людей. Конкретно в администрацию района просили посыпать песком. Это в день как раз трагедии. Не отреагировали. Я так понимаю, этот рукой сейчас вообще убежал куда-то? Он сейчас на посыпальной машине перед вами, когда узнал, потому что в руки то есть у нас приезжал все. Только у меня есть фотография. То есть, смотри, как работает. Едет губернатор, сыпет. Трагедия произошла, сыпет. А если люди гибнут, виноват не он, не он. Давайте персонально разберемся тогда вот с этим случаем. Я прошу взять на контроль так, ладно? Более того, давайте подключим туда правоохранительную структуру для того, чтобы понять, каким образом данный сотрудник не отреагировал на реакцию жителей и произошла трагедия. И будем разбираться, кто виноват. Давайте мы дальше рассказывать ничего не будем, потому что когда смерть людей, тут уже говорить нечего. Это не разовое. В конце февраля были снегопады. Дорогу от поворота до Богослова перемело так, что машины были вынуждены останавливаться, пропускать друг друга. Это было на протяжении дней 4. Освободите место тогда, и придут люди, которые другие будут управлять, помощники, ладно? Это было дня 3-4. Я в понедельник в первый и последний раз дозвонился до Юрия Валентиновича. Ответ я получил, что вам вычистили все в пятницу. Что вы говорите? Я говорю, вам что, присылать фотографии привезти? Да делайте, что хотите. Сказочники еще какие. Вот посмотрите, чтобы это было вам видно. Видите, дороги, я звонила. То есть все. Вот вызов 9:30, следующий 15:40, 16:11, 16:47. Пусть нет, отправляли машины, они посыпают. Владимир Владимирович, у нас качество электроэнергии. То есть это домовые все сети перегружены. Люди вообще не приезжают на собрание. Даже следователь удивился, что машина приехала посыпать через час. Ну вот так вот, посмотрите, люди-то. Вы думаете, так просто люди говорят? Вот и все. То есть недовольство у вас, смотрите, какое. То есть реально не решаются вопросы. Ответ, возьмите, прочитайте. Пожалуйста, в информации главы администрации Суздальского района Сараева на ремонт проблемных улиц села Богослова необходимо более 13 миллионов рублей. Однако бюджет района данной суммы не располагает. В то же время работы по ремонту...
Заврали северные, будут включены в план ремонтных работ. Нет, на этот год, но мы в это не верим. Было озвучено, что сделали ремонт дорог, я так понимаю, нет, вот по-другому, вот там наверху. А вот эти вот дороги были не сделаны, правильно? Нет, нет. Нет. Южный сейчас находится в состоянии, вот перед тем, как если сейчас не проехал машину, там пройти невозможно. И не южная, нигде, не сыпчная, не то, они сыпят исключительно только вот до этого места. Дальше посыпали только перед вами. Владимир Владимирович, вы знаете, у нас какой еще? Вот самый главный вопрос. У нас вот, как правильно, что вот вы приехали. Вот тогда же у нас ФАП, такая ситуация. Мы были у вашего замочка нового 12 декабря. Мы ко всем ходили, к Байеру, ко всем. И ситуация такая, они согласились, и Чекунов в наше положение вошла, что нам нужен ФАП, что нужно все, люди, потому что не могут ничего получить. А нам они ответили, сказали, что сейчас проблемы с землей. Судовский район не выделяет. Да, не выделяет. Земли нет, земли нет. Сейчас ФАП есть. Нет, на коттедже есть. ФАП находится в аварийном состоянии. Нет, почему-то числится. Числится 10 лет, и мы выясняли, как у нас район числится. И ставка есть, а мы не медицинской помощи не пользуемся, мы продетесь. Речь о другом идет, что нет земельных участков, но при этом мы понимаем, что земельные участки... Нет. Слушайте, давайте вообще с земельными участками разберемся, потому что если поставить ФАПа, нет земельных участков, а под коттеджи есть, я знаю, что здесь не одна... Строят и строят. Это частная земля, с которой переговоры мы с ними вели, но никто не выделяет землю. Вот Магнит купили же, они же смогли купить. В этом месте ФАП бы мог бы быть. Послушайте, есть же участок земли под прежним ФАПом. Вот. У нас же развалины прежний ФАП. Да. Просто нас заставляют становиться ехать. Тише. Я, знаете, что, товарищи, я предлагаю, знаете, что, смотрите-ка, давайте тогда вот отдельно все ваши вопросы поднимаем, все фиксируем. Вот Сергей Владимирович, представитель контрольного комитета, первое. Приезжает глава района, хорошо, на эту встречу. Разбираем все конкретные вопросы тогда и определяем пути решения по каждому. Да. Хорошо? Договорились? И про плотину, и про ФАП, и про чистку дорог. И вот, а про эти факты? А про эти факты, вот, то, что звонки вот были, и последствия такие трагические, печальные, тогда давайте отдельно разбираться и будем подключать туда правоохранителей, каким образом отреагировал сотрудник, который не взял трубку и не выполнил свою прямую функцию, правильно? И разберемся, почему этого не было сделано. Договорились? И вы знаете, у нас еще один из главных вопросов – это освещение вообще поселка. Его нет вообще. Это раз. Второе – перебои со светом в доме постоянно. Если праздники происходят, я включаю духовку, у меня отключается телевизор, понимаете? От того, что постоянно у меня свет постоянно мерцает. Постоянно в доме. Это ненормально. У нас электроэнергии, проблемы в Богословой сильные. Что на самом деле. Подождите, но вы совещание-то вы проводите, наверное, не ваш заместитель. Нет, мы совещание проводили. Были в МРСК Приволжье отправлены письма о необходимости проведения работ. Они выезжали, делают замеры и включают свою инвестиционную программу. Нет, когда? У них сроки, в этом году, наверное, они были должны включены. Нет, каждый год они у нас 17, сейчас я не могу сказать, 17. Зато мы осведомлены, извините, вы не осведомлены, а мы нет. Нам сказали, нужно строить ПС Новоалександровская, переполненная, как, ну я не знаю, как выразиться. Да. Им надо новый фидер строить, потому что очень много деревень подключено. А строить... Как обычно, у нас денег нету. Слушайте, вот видите, у нас что происходит? Может быть, из-за этого пожар, не дай бог, произошел. Я объясняю, что у нас происходит, почему-то в Судовском районе. У нас сначала строят, а потом думают о коммуникациях и о энергоснабжении. Я абсолютно согласен. Так это неправильно. Вы тогда контролируете эту ситуацию. Мы сейчас ее контролируем. Но это строилось, извините меня, давным-давно, и все эти поселки расстраивались. А новые дома строят? В Новицах мы сейчас вопрос контролируем на водных технических условиях. Но так же и здесь происходит. Да. Поэтому давайте, вот смотрите, отследите всю ситуацию. Мы отслеживаем и приводим ее в порядок. Давайте так, тогда еще раз встреча, все года, вопросы, назад, хорошо, приезжает глава, приезжает контрольный комитет. Мы все разбираем подробно и определяем пути решения.